впервые в этом году исполнены все доходы. То есть доходная часть была четко спланирована и отработана на 100%. Мы получили плюс в бюджет почти 5 миллиардов рублей. Можно сказать, что мы более чем в два раза увеличили объем бюджета. Депутаты утвердили правила благоустройства города Курска. Они включают не только дизайн-код. Прописаны требования к содержанию каждого общественного пространства и ответственность за их неисполнение. А также обязательное обсуждение проектов с жителями города. Оптимизация структуры мэрии – еще одна важная тема. 28 структурных подразделений слишком громоздко и недостаточно эффективно. Сокращается 4 подразделения. Ну, например, объединяется земельный комитет и комитет по имуществу. Появляется одна структура – комитет по имуществу города Курска. Второй пример – создается комитет городского хозяйства, куда входит комитет экологии, департамент строительства и часть функций от комитета ЖКХ. Задают вопросы, что же будут массовые сокращения. Массовых сокращений не будет. Будет сокращение руководящего состава.